Привет, сразу откроем страницу рандом и определим победителя в акции от компании Monster Beats. В этой акции принял участие 3555 человек, они разместились на 45 страницах. Это мы вводим на независимый сайт генерации tcrandom.org. Получаем результат 16, открываем 16 страницу. Видим здесь участников от номера 1201 до участника под номером 1280. Получаем результат 1262. Находим этого участника. Проверяем критерии акции. Так, друзей не хватает, записи на стене нету, Андрей не сможет стать нашим победителем, мы находим другого участника. Страница номер 3. Участники от номера 161 до участника под номером 240. Так. 255. 225, извините. Проверяем критерии акции. Друзей больше чем 50. Фотографий должно быть не менее 3. Фотографии есть. Смотрим, есть ли запись на стене. Запись мы ищем до даты начала акции. Мы ее не пропустим. Запись присутствует. Смотрим. Есть ли Ксения в группе спонсора? Так, Ксения вступила в эту группу, она является победителем этой акции. Я ее поздравляю, прошу обратиться к Виктору Бабицкому, администратору сайта Призариум. Он объяснит, как получить приз. Удачи всем, спасибо.